Мур-мур-мур, котятки, меня зовут Мари Говори, и это шестой выпуск Попури от Мари. Чтоб могли на Марс летать люди без опаски, нужно вместе рыб сношать на яхте Дерипаски, строить церкви про запас, кормить народ кавказский, и появятся у нас Илоны и Маски. А следующая песня посвящается кандидату в президенты Павлу Грудинину. Козы, свиньи, коровы, лук, морковь, крыжовник, кони и навоз. Хочешь, пчелы, волнует кровь, сегодня притягательный совхоз. Ведь Юб Навальный лишь был господин, был против Кремля ботов, только он один. Но резко всем каналам другой стал Рюбин, сорвал им башню этот гражданин. Павел Грудинин, Павел, Павел Грудинин, Павел Грудинин, Павел, Павел Грудинин, Павел Грудинин, Павел, Павел Грудинин. ЦИК открывает мир других мужчин. Мур-мур-мур, котятки, это попури от Мари. Мари — это я. Условия сегодня у меня спартанские, буду записываться прямо на диктофон. Первая песня посвящается всем, кто пострадал от коррупции, но больше всего она посвящается тем, кому замуровали окна, чтобы они не видели дворец Шувалова. Проходят дни, пролетают года, президент все тот же самый. Ты москвич, в твоей душе и глазах эти слезы, эти раны. Но не смотри на дворец ты Шувалова, оставайся бичом как есть, хоть в элитном жилье в Москве. Целый мир освещает твои глаза, но смотреть можно только налево. Следующая песня — это переделка очень известной песни певицы Адель о жалких потугах ЦИКа, либо нарисовать явку, либо создать эту явку какими-то странными способами. В общем, о том, что сейчас делает Центральная избирательная комиссия. Алло, это ЦИК. Это мы в твой двор с рекламой подогнали грузовик и смс-ки, чтоб уж точно 8 штук на всякий случай, чтоб ты начал верить в них. Алло, это Элла. Хочешь билетик на футбол или концерт плюс пирожок? Мне б только явку твоего тела. К тебе приду сама я, если у тебя нету ног. Явку и мертвым обеспечим, так даже легче. Элла хочет голоса, пустота, их причина так понятна и проста. В президенты объявился кандидат, хоть давно уж на виду ее мандат. Среди отборных людей в бюллетене она, с нами Ксения Собчак вместо на 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 на
ушей кобыле хвост и весь кипиш в цирк с конями перерос. Жириновский, Зюганов, Ксения, Собчак или Путин, выбирай, а что не так? Среди отборных людей выбирает страна, оппозиция дискредитирована. На-на-на-на.